Учагала? Что случилось? Где Эрхак? Эрхак мертв. Ваши души спасены. Это хорошо. Я говорю тебе спасибо. Ты герой. Ты ведешь за собой. Останься. Попируй с нами. Пей много скахани. Вас поведет Ира, это тоже неплохо. Я не очень охоч до скахани, но от души желаю хорошо отпраздновать. Акбош, Эрхак мертв. Эрхак наш король. И что с Кахани? Чудо! Странник! Тебя послал сам Аданос! Меня вообще-то послал лорд Гаваан, а никакой не Аданос. Лорд Гаваан? С ним все в порядке? Да, ты мог бы, кстати, присоединиться к сражению. Я? Ты прав, незнакомец. Орки сломили мой дух. Так разломи его и бегом обратно в замок. Или мне тебя проводить? Не надо, путник. Наши спины и так согбенны от деяний. Пришла пора вновь учиться ходить с поднятой головой. Смотри, он все еще жив. Что, удивлен? Слегка. Наш барон успел поведать людям про твои героические подвиги. Вот думаю, что из этого правда. О чем ты? Ничего, ничего. Все путем. Надеюсь, что так. Хвастун. Что? Ничего, ничего. Наш герой! Просим! Так, полегче, полегче. Как скажешь. Ты вновь вернул нам надежду. Слава... Ой, а как тебя зовут? Это не важно. Как скажешь. Слава тебе! Приветствую, сударь. Ты принес прудовку? Свежая прудовка, налетай! Дай глянуть. Да, да, это она! Раненым станет легче. Тогда скорее к ним. Огромное спасибо. Вот, я переписала для тебя рецепт. Это традиционный целебный отвар моей матушки. Спасибо, спасибо. Гаваан в безопасности.
Да, я наслышана. Мы так рады, что лорд вернулся живым и невредимым. Думаю, пострадала только его гордость. Переживет. Чем могу служить, добрый господин? И что там теперь с орками? Они снова милы и миролюбивы. Во славе Мыноса. Тогда мне останется только уладить последние дела. Ты тоже уйдешь? Мне бы хотелось... Привет тебе, парень, и долгих лет лорду Гаваану. Вулгард, старый рубака, как живется? Наш господин вернулся в замок. Восславим Инноса. Надеюсь, эта история станет ему уроком. С орками и магией лучше не связываться. Что ты... Приветствую, незнакомец. Ты спас нашего барона. Мы тебе очень благодарны. Ха, пустое. В конце концов, никому не нужны орки в замке, верно? Разумеется. Без сомнения. Приветствую. Ты спас моих людей? Твои люди сейчас спешат домой. О, рыцарь в сверкающих доспехах. Посланник Аданоса. Рад был подсобить, но сейчас мне потребуется и ваша помощь. Жители Аргаана перед тобой в долгу. Как нам отплатить добром за добро? Говори, я исполню. Я ищу один затерянный храм и... Слышал, что в замковых архивах есть древние карты. Может, с их помощью я смогу отыскать этот храм? Так ты хочешь попасть в архивы? Как это мудро и скромно просить такую награду. Да будет так. Отправляйся ко входу в подвалы замка, там найдешь вход в архивы. Вот, держи ключ. Спасибо. Это тебе спасибо. Как найдешь все, что ищешь, зайди ко мне. Право слова, я горю желанием узнать, смогли ли мы тебе помочь.
приветствую. А, ты вернулся? Удалось найти что-нибудь полезное и продвинуться в поисках храма? Я нашел старую карту, на которой указано точное местоположение храма на Белоглазой горе. Но на ней нет никаких подсказок насчет того, как добраться до храма. Ну, может быть, я даже сумею тебе помочь. Несколько недель назад ко мне заглянули двое магов, которые тоже хотели попасть в это же самое место. Кто были эти маги? Увы, я запамятовал, как их звали. Но они направлялись туда с миссией от братства. Ты лучше в ту ушу спроси, кто они такие. Тогда мне пора отправляться в ту ушу. Да, я так и подумал, что ты отправишься туда. Потому-то я и приказал Гилтору придержать этот свиток, зная, что во время землетрясения путь в ту ушу был завален камнепадом. На этом свитке заклинание, которое сможет сдвинуть камни. Я хотел использовать этот свиток, чтобы расчистить дорогу в ту ушу, но сейчас я, пожалуй, отдам его тебе. Похоже, им тут нравится. Чёртов дождь. Час от часу не легче. Что ты здесь ищешь? Да вот, хотел осмотреть опочивальню лорда. Гаван вроде ничего не имел против. Ну, мы убрали отсюда большую часть старой мебели. Она уже порядком обветшала. Да и к тому же, мы таким образом освободили место под необходимые припасы. То есть комнаты теперь богатыми уже не назвать. Лорд Гаван уже давно спит там же, где и его люди. А где вы храните старый мусор? В дозорной башне. Той, у которой остроконечная крыша.
Что за... Во имя Белиара? Мой клинок очень острый. Чувствуешь? А? Что тебе нужно? Поговорить о храме. Здесь, в горах. Ты же будешь говорить, верно?